Blender 2.81, и в этом ролике давайте рассмотрим, как передвигаться по городу, в здании, используя камеру. Да? Shift F, если вы нажимаете, вы должны переключиться именно в другой вид, да? Но этого не происходит. Что можно сделать? Заходите в Edit, находим так преференции, заходим, находим Keymap, и вот здесь вот пишем Navi английскими буквами. Navi. Высвечивается вот такая 3D вьюшка. Это View навигация, Walk Fly. Здесь стоит Маус, а здесь у нас не стоит ничего. Или стоит клавиша, кнопка Shift. Нажмем давайте Shift F. Нажмем Shift F. Пропишем. Вот она прописалась теперь. И теперь можно ее нажать Shift F. Вот теперь чем можем передвигаться вот таким способом. Это W вперед, назад, S, A это влево, а D это вправо. Вот таким вот образом. Если скорость у вас маленькая, то колесико вперед крутим. Если быстро слишком передвигается, вот допустим, вот колесико назад, и вы видите, насколько можно затормозиться. Если колесико вперед нажимать, то тут скорость можно как на гонках развить. Так, еще один вопрос. Вот камера, вы видите, что ушла вниз. Щелчок. Можно ее подкрутить. Shift. Зажатое колесико подвести туда, куда вам надо. И опуститься, допустим, нам надо на асфальт. Да? Вот таким вот образом. Ну, смотрим. Включаем Shift F и жмем Tab один раз. И вот мы опустились на плоскость, именно на уровень земли. Ну а теперь W. И можно передвигаться, скорость уменьшить. Мышкой можно вертеться, крутиться, вверх смотреть. Словом, гулять по городу или по зданию. Так вот, поменьше скорость надо поставить, колесико назад. И вот теперь можно полноценно гулять. Если нужно ускориться, повторюсь, то колесико вперед, и вы побежали быстрым шагом. Так, вот заходим за здание, гуляем полноценно по городу, рассматриваем достопримечательности, развалины. Ну вот здесь еще таким же образом можно анимацию делать и смотреть, как где кто стоит. Именно уже на земле он стоит, или чуть его, ну короче, поднять его, чуть опустить и так далее. Это вот удобно вот так вот рассматривать. Все, всем до свидания. Вот такой вот ролик.